30-летней истории нашей школы есть место и театральному коллективу, который существует под руководством Татьяны Камоловой уже 22 года. Слушая эти божественные мелодии 16-17 веков, театральный коллектив хочет пожелать нашей школе жить и творить под такую музыку, которая облагораживает и возвышает человека, не воспевает войну, политический фанатизм, кровь, насилие и подлость, а помогает жить по совести в добром и справедливом мире. 30 лет мы успешно справлялись с этой задачей. Пожелаем же всем здоровья и творческого вдохновения, чтобы и дальше идти по этому благородному пути. Ну чу, что за музыка? Догадались? Конечно, как и на каждом празднике, сегодня случится чудо. К нам выйдут знаменитые гости, вызванные волей нашего директора Влада Горного из небытия. Наша школа уникальна. В ней звучит английская и русская речь. Наши ученики читают произведения Пушкина и Шекспира. Нам удается сохранять родной язык семьи и одновременно глубоко и детально изучать язык в стране, в которой мы проживаем. Good evening, ladies and gentlemen. I came with my muse to congratulate the school on its anniversary, where the students learn English so successfully and love my work. William failed to get a university education, but the British genius learned to read, write, and count at an elementary school in Stratford. He also studied grammar, rhetoric, and logic at a grammar school. We studied Latin and Greek in school and read the classics, Ovid, Virgil, Cicero, Horace, and the Bible. School days were extremely long. School started at 6 in the morning and ended at 5. William had a passion for art and reading, especially for theater. Great inspiration and diligence helped William create his outstanding masterpieces. I want to bless your teachers with hardworking students who are creative in their studies. And I also wish that the muse of your school theater ascends, blazing upon the bright firmament of the imagination, suggesting that the stage is a kingdom. And very importantly, read Shakespeare with students. Shakespeare teaches us about love, which is a great and divine human feeling. Some glory in their birth, some in their skill, some in their wealth, some in their body's force, some in their garment, though newfangled ill, some in their hawks and hounds, some in their horse. And every humor hath an adjunct pleasure, which in finds joy above the rest. But these particulars are not my measure. I bettered them in a general best. The love is better than high birth to me, richer than wealth, prouder than garments cost, of more delight than hawks and horses be, and having thee, of all men's pride I boast. Wretched all alone, that thou mayst stake all this way, and me most wretched make. Кто хвалится родством своим, сознайте, кто силой, кто блестящим голуном, кто кошельком, кто пряжками на платье, кто соколом, собакой, скакуном. Есть у людей различные пристрастия, но каждому милее всего одно. А у меня особенное счастье, в нем остальное все заключено. Твоя любовь, мой друг, дороже клада, почетнее короны королей, наряднее богатого наряда, охота соколиной веселей. Ты можешь все отнять, чем я владею, и в этот миг я сразу обеднею.
Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда бы ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. А для ваших студентов, дорогие друзья, отечество Big Apple Academy – это школа, также знаменитая и уважаемая в Америке в 21 веке, как и Пушкинский Царскалейский лицей в 19 веке в России. Вот мы и пришли с Александром Сергеевичем поздравить вас с 30-летней годовщиной замечательной школы. Я хочу пожелать вашим педагогам гордиться своими студентами, не только знаниями, приобретенными в стенах школы, но и их становлением как личность, так и творческой индивидуальности в любой области. Лицейские годы Пушкина стали началом его творческой знаменитости. Именно здесь писатель заслужил уважение первого русского поэта Державина, а также похвалу в то время знаменитых поэтов и писателей. Но больше всего Александр Сергеевич любил свою школу за то, что обрел там настоящих друзей. Моему лицейскому другу Вильгельму Кюхельбекеру Кюхле, прости, где не был я, в огне смертельной битвы, при мирных ли брегах родимого ручья, святому братству верен я, и пусть услышит ли судьба мои молитвы, да будут счастливы все-все мои друзья. Верный своей любви к школе, лицею и приобретенным друзьям, Александр Сергеевич на каждую годовщину окончания школы писал стихи. Вот одно из них в альбом «Пушкина». На время улети в лицейский уголок, всесильной, сладостной мечтою. Ты вспомни быстрые минуты первых дней, неволю мирную, 6 лет соединения, печали, радости, мечты души твоей, размолвки дружества и сладость примирения, что было и не будет вновь. Мы уверены, что и ваши выпускники, так же, как и Пушкин, счастливы, идя по жизни со школьными друзьями. Да будет так всегда! Но в наше непростое и тревожное время мы хотим пожелать вам: если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись, день веселья верь, настанет, сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно все пройдет, что пройдет, то будет мило. And let the works of Shakespeare and Pushkin become a talisman for your teachers and students, which will keep them from the evil blows of fate. My sweet friend, from sin heart-rending, from new wounds the heart can't stand, from betrayal, from forgetting, saves you then, my talisman. Милый друг, от преступления, от сердечных новых ран, от измены, от забвения, сохрани мой талисман. In the name of William Shakespeare, I congratulate the school on its anniversary. От имени Александра Сергеевича Пушкина я поздравляю школу Big Apple Academy с юбилеем. Поздравляем!